самая большая. Но я хоть внутренний прощип передавал. Даже солнце есть. Да. Не верится, но даже есть солнце. Нет, уже нету. Оно уже спрятано. Там, короче, где-то за Солоницевкой. Солнце здесь сходит. Да. За высотой Конева. Такой снежочек хороший. Какую-то яму спускаемся. Кругом заячьи следы всякие. Сзади небо чуть посветлее кажется, чем впереди. Впереди туча. Поменьше стал. Потому что он на деревьях оседает. А? Виды вообще очень свежие были, а вот видишь тоже. А, не очень. Там вообще, по-моему, были такие очень-очень свежие следы. Там буквально совсем недавно побежал гайд. Тут кто-то бежал, но, по-моему... Там, вообще стадо слонозайцев бегало, по-моему. Причем... Просто здесь тьма. Зайцы-кабанчики. Она нас сейчас, я думаю, будет на полях. Да, наверное. Но я прямо представляю, как тут летом много. Как тут летом сыра и крапива. И комары. И комары, да. Правда, в этом месте как-то мы комаров с собой не замечали. Хотя в этом году вообще комаров мало было. Не скажи. А где? Ну, на даче мы когда были там, там в этом году просто ад был. Ну и вообще в этот, в Русско-Лазовской лес было зайти тяжело летом. Если-то, ну я летом, наверное, там и не был, этим летом. Как-то все осенью были. Ну я там несколько раз катался, и я, мы с тобой были один раз, помнишь, когда катили через большие проходы на великах. Ну, в этом году. Было там. Мокро было, да. Ну и комары были. Вообще не помню. Может, я их просто... У меня как бы... Стоит оператор, не минус комары. Мучивные воспоминания стерлись. Да, их просто я из реальности вытерлись. Я в этом году их вообще не помню. Я не помню за следы крови на руках именно от разбитых комариных тел. Ничего не помню. То ли у меня просто действительно память вытирает. На самом деле я покусанный весь. Это просто одна из защитных реакций, да, комаров именно, чтобы они их не помнили, что они есть. Психика, она просто не выдержала, она просто вычеркнула. Интересно, нам туда, наверное, да? Ну да, то там дорога такая слишком суровая. Ну на этом... На реке Бобер, ты ж помнишь комаров? Ну, на реке, да, вот, там я помню комаров, там, конечно, было ужасно. На реке Бобер. Нет, там была река Комаренко, ну и на Бобре там тоже комары были. Ну да, мы что, на Бобре не стали останавливаться? Мы стали там на Бобре.
Мы подумали, что там дальше комаров поменьше. Да там комары. Не лес, а помнишь, мы как раз тогда искали место, чтобы комаров не было. Да. Основной критерий. Нашли место, где их просто до хрена. На бобре, руаненькие стали. Посветлело чуть-чуть. Ну, не то, что у нас такие неравномерные такие. Руаны, но неравномерные. Кто-то, наверное, просто их этот снег выравнивал, который в воздухе шел. Возможно. Возможно. Ландшафт такой разнообразный. А холмистые равнины. Лёха смеялся с этого. С холмистых равнин? Да. Ну это равнина, на которой холмы. Или равнины, между которыми холмы. Там вот под этими осинами столик очень удобный. Затерянный столик. Да. Который можно найти, только если не хотите его найти. Вот туда, насколько я понимаю. Ну. А, кончилось солнце. Ничего себе, пойдем. Не так, облака пойдем. Там все выглядит. О, оно там есть. Все так чувствую. Освещение поменялось. А вон он, край тучи своего бока. По-моему, это поменялось направление. То он оттуда дул. Да может быть я как-то направление не запоминал. Ну где? На сейчас это же выйдет. Чуть-чуть осталось. Нету.
Так что погода солнечная, хоть и снежная. Пока мы шли, болтали, тут вот небо голубое прояснилось. Чудеса сегодня происходят. Да. То солнце, то небо. Так это ядрён. Вот это встреча! Со льдом. Сладкий. Чай черновый, говорит. Будь компот. Левого. У вас же будет чай черновый, вот это компот. Он же такие сладкие. Это? Он такие сладкие, прям как варенье ешь. Причем оно даже выглядит как варенье. Видите, варенье. С льдинками. Не все еще попадали. Да не, мне что-то кажется, что все-таки, наверное, еще попадают. Вас тут кто-то будет здесь. Где же питание? Может, ее там пожрали? Ну да. Или не уродил. Или не уродил, скажи, да. У меня на даче черные есть кусты, но они в этом году вообще не уродили. Ну в этом году да, по-моему, да. Ты слабо дал урожай. Но в некоторых вот местах, типа таких, я его находил, пока катал, вот именно просто. Пустые. То есть я шел, ну я в смысле ехал, вот где-то вот на расстоянии, как вот та посадка, я просто вижу, что там синий ободок вокруг нее. И я туда катил. Ты как поезд на синий. Это поезд. Просто что ли мне синий, он обычно его так и обсыпает. Родит как родит. А сейчас я вот из пустого неба. Почти. Много еще, ну, да, почти видно, почти где-то там. Есть, да. А мы тут ехали. Подожди, мы с Андрюхой здесь ехали. С Андрюхой мы тут катали, да. Мы тут раз еще по самому останавливались перекусить. Да, где-то там. Кстати, там тоже что-то синеет, видишь, под лесом. Да, черен есть. Сейчас вообще шикарная красота.
мы когда с Андрюхой когда катили. Он кто-то еще с нами был. Мы не втроем были. Что-то, мне кажется, по-моему, с нами еще Рома был. Да, возможно, Рома какой-то был. Мы когда Полевую открыли с ее озерами, первый раз туда попали. Я вот не помню, с одной стороны, мне кажется, что был Ромка, а с другой стороны, я в определенный момент его не помню. Наверное, все-таки был. По-моему, был. Я общался с ним недавно, когда там очень жуткий. Не может и съесть, и выехать никуда. У него какая-то там милая трабла. У него название там какое-то есть, там том какой-то или как-то так называется. Там он ворон летит. Дерево том. Кар. Там какие-то птицы, о, видишь, мелкие-то. А? Да тоже же дергачи, по-моему, должны быть в яме. Под лужком. Ну, лужок он мелкий, его там не видно, должно быть под горой. Так, ну вот. Вот там вот Семеновка. Вот там Семеновка. А, да. Вот там Семеновка. Вот там лужок. А вот. Подожди, по-моему, Семеновка прямо. Не, вот там Семеновка. Точно там Семеновка. А прямо. Прямо, ну, можно попасть в дорогу, которая на Семеновку идет, которая там вот проходит. А можно еще там свернуть в посадки и выйти там к тому кресту, который над дергачами стоит. Ты там был? Под крестом. Там впереди белка. В норе. На дороге ищет. Сейчас посмотрим, что она там ковыряла. Кого она там прикопать это решила? Непонятно. Тяжелый здесь как. А он лапой беличит. Так здоровый, слышишь? Здоровый. Как для белочки такой. На прикладные фотки у меня белочки были. Там белки вообще. Они дурные, они подходят. Вдруг берут, это еще полбеды. Они просто наглые еще к тому, они выпрашивают. Потому что они еще едят, это еще полбеды, они просто даже требуют. Не требуют. Ну, у меня есть пару фоток полбеды, которые... Они даже обижаются, если... Да нет, они людей обижают, они тоже обижают. Тут он кто-то бегал. Да. Усиленно. А вот. Похоже, какая-то... Дорога, а может они дорогу едят? Все. Уже не все вырывают в дороге куски, и у них здесь куски дороги тесные. Да может быть. Дорога и хлеб. О, а вот это, что это такое? Это сорока какая-то, видишь, птица. Да, ну вот почему. Ну вот она зацепилась крылом. Ну, может быть. Когда взлетал, он когда взлетал, возможно, он это, смотри, он, смотрите, прыгнул вот сюда вот. А может это кабан какой-то, вот это вот. Да-да, ну, это похоже на вот эти. Кабанец. А это дело.
вот беленькая дорога на лужок. Какие обрывчики интересные. Ага, ты как раз над лужком. Речка Лопань. Да. Речка Лопань, Попань. Лопань, Попань. Думал, решил перейти ее вброд. Похоже, ему это даже удалось. Успешно? Да. Ну, я его подвиг повторять не буду. Я банально пойду на мостик. Водичка такая чистая очень. Поплыл. Я плечом с того начнем отходит. Расколоться на узлике. Важно. Так что-то зато. Да, этот. Но все равно неплохо. Титаник поплыл. Титаник, сейчас он там врежется. Под низом так. Эх, застрял. Ну его там сейчас застрял. Водичка. Ну сейчас там он. Ну сейчас здесь напорится на этот. Но он раскололся немножко. Да. Он не весь поплыл. Не весь поплыл, там кусок откололся. Кусок титаника. Не, ну частями, главное поплыл. Там, по-моему, под низом. Есть проход. Ох, как прикольно мы